Приветище, Амигос. Это видео станет довеском к видосу про Division. Ну, как вы сами видите, да. Многие разделили мою точку зрения, что игра просто днище. Вот. Но были особо ярые ее защитники, которые сказали, что я ничего в ней не понимаю. Что тут, блядь, атмосферно, атмосферно, еще раз атмосферно. И потом еще здесь можно, блядь, выполнять какие-то квесты про какие-то, блядь, коробочки на вертолете. Что, наверное, просто безумно интересно должно быть. Вот, и сказали важную информацию о том, что есть локации, где чисто PvP, а есть локации, где чисто PvE. И вот в этом видео я хотел бы дойти до локации, где PvP, и может быть там мы уже все вместе познаем дзен. А вот, в очередной раз написали мне фразу, которую я вообще не очень люблю, о том, что большая аудитория канала — это ответственность, что мое мнение для кого-то является ключевым по каким-то вопросам. Вот. То есть, что из-за меня никто не купит игры у Ubisoft, и это будет иметь какие-то охрененные последствия для нашей планеты. Наклоню чуть-чуть этот мощнейший микрофончик. Кстати, если разговаривать тихо, то звук в этом микрофоне просто охрененный. Другой вопрос, что я тихо не разговариваю, и тогда это какой-то басовый гул порождает, но я думаю, что это проблема не микрофона, по большому счету, а моего дурацкого голоса, потому что это уже второй конденсаторный микрофон. Кстати, если вы живете в Питере и владеете микрофоном Блюете, я готов рассмотреть варианты о том, чтобы нас как-то скомпоноваться и устроить тест этих двух микрофонов. Вот, не знаю, правда, как это будет выглядеть, придется дешифроваться, видимо, на время. Вот, сейчас мы, значит, идем к этой локации. В принципе, не только Блюете, я бы и с Роудом сравнил. С удовольствием. Вот этот Роуд, который за 13 косарей идет вместе с поп-фильтром на такой посадочку. Ваномас, по-моему, Роуд. Вот. Но мне кажется, что все-таки проблема голоса, что у меня он слишком баритоновый, как-то слишком басовый тембр задает. Микрофон и так басово пишет, и бас плюс бас равно контрабас, блять. И... Вот. Видимо, смотрите, началась локация PvP. А, нет, я здесь уже был. Я уже помогал отбить. Вот я помню, что парашют вот на этом дереве. Второй раз я не стану участвовать в этом говне и тратить свое и ваше время. Да, кстати, игра записывается с лагами. Я посмотрел, как дергана она записывается в 29,970 FPS. Да, но это когда не 30. 30 FPS слишком дергана, а 20... Что делает эта собака? А, надо за... Это квест, его надо выполнить. Вот, да пошла она нахуй. Записывается с лагами, с дерганиями, но я вас уверяю, что игра идет у меня просто вот 50 FPS стабильно, без просадок, без лагов. Я не знаю, почему она так записывается. Я рассмотрел вариант о том, чтобы завести карту видеозахвата. Вот, чтобы писать летсплей с компа, летсплей с консолей. Но извините, она 15 косарей стоит, это, блядь... Я думаю, что при желании можно обойти, перебиться без подобных трат. Как бы. А вот если бы не микрофон, да, там. Сейчас просто и так вот PlayStation на днях приедет уже из магазина, поэтому. Плюс роутер надо, чтобы с нее стримить. Я думаю, что пока на первое время можно и стримами перебиться, да, всегда можно успеть потратить 15 косарей. А, польза от этой траты сомнительная. Плюс, опять же, там. Это устройство нужно в основном, чтобы писать 60 FPS, как человек сейчас материализовался из пустоты. Вот, но 60 FPS рендерить очень-очень крайне, блядь, нереально долго. Поэтому я не думаю, что я буду писать 60 FPS, даже если заведу себе карту видеозахвата. То есть... Мне нужен какой-то противогаз. Вот это, кажется, противогаз, а похоже на трусы. Вот смотрите, вот сюда нога вставляется. Калашматика у меня, походу, нету. А как вторичное оружие поменять, я не понимаю. Вот это первое, второе. А вот это третье будет, да? Нет, хуй. Я только первое переключаю почему-то. Наверное, надо взять в руку. Взять в руку член. Берем в руку пистолет, открываем, блядь, меню. Инвентарь и выбираем, допустим. А, и УЗИК куда-то пропал. Ну, пошел он тогда нахуй, этот УЗИК. Я считаю, что штурмовая винтовка-то по-любому круче. Но в любом случае, я не знаю, возможно, на бета-тесте не будет. То есть в релизной версии, да, уже сказали, что это типа бета-тест. Тут как бы, ну, будет все немножко по-другому. Возможно, автомата у вас на базовой комплектации не будет. Отсоси. Вот, возможно, не будет.
Не будет базовый комплект на релизной версии укомплектован винтовкой. Вот. Я еще, кстати, видел, какой-то скилл можно юзать. Типа, чтобы сканировать и смотреть какие-то воспоминания с прошлого, но я не знаю, на какую кнопку. У меня никакой кнопки не горит. Возможно, это фишка плойки. Вот. А, еще сказали, что русский язык подвезут. Вот вижу игроки. Дружественные. Не знаю, куда они бегут. У одного над головой висит надпись ТВ, значит, что он либо стримит, либо летсплеит. А, о чем я говорил? Таблетки, ПК. А, да, тейбл, PC, блядь, дюрабилити. Настольный компьютер, что ли, имеется в виду? Вот. А, сказали, да, что в релизной версии будет русификация полная. Мне понравилась формулировка, как бы, о том, что, ну, это бета-версия игры, поэтому полный пак языков сюда завозить незачем, обошлись, типа, минимальными. То есть, по сути, минимальные — это все языки мира, кроме русского. Я уточню даже, да, потому что, ну, албанского, я думаю, в любом случае не будет, а итальянский, немецкий, английский и так далее, все языки сейчас и доступны. А вот в эти зараженные зоны, без маски, я не знаю, но если я зайду, что будет? Как бы хуль тут вообще делать вот сейчас? Скилл, нота, сижнет. У меня скилла, видимо, какого-то нет, чтобы здесь что-то делать. Ну тут даже крысы сдохли, видимо, здесь какая-то просто не ебаться херовая. Какой-то таймер, смотрите, идет 5 секунд, 4 секунды, не знаю, что он значит. Ну и надо кому-нибудь в пачку напроситься или ёбнуть кого-нибудь, что ли, за поворота. Здесь не дейс, здесь даже выстрелами в затылок придется убивать кого-то очень крайне долго. Вот, смотрите, какое-то место нихреновое. Интересно, что там дальше. А дальше... А, это... Чекпоинт. Нахер он нужен? Это что? Кореатаун. Не Чайнатаун, блядь, а Кореатаун почему-то. Там на карте, кстати, какое-то здание мигало. Возможно, это здание, где сейчас проводится какая-то операция. И можно войти в пачку. Ну, блядь, я... Чего? Опять, короче, нихуя не происходит. Ну вот ваша, блядь, зона ПВП. И чего? Я видел двух человек на входе. Все, пиздец, опять. Опять какая-то пустота голимая. Мне интересно, какой должен быть онлайн на сервере? Насколько они рассчитывали? На 1000 людей? Ну, тогда будешь их вообще на каждом, сука, шагу видеть, блядь. Рыло всякие, нахуй, не тебе нужны. В очередной раз кто-то в комментах написал, что я матерящийся быдло, поэтому у меня никогда не будет много подписчиков. Все, кто так думает, идите послушайте Кариночку, блядь, и посмотрите, сколько подписчиков у нее. Мат это отнюдь, блядь, не мерило и не критерий выбора. Сказали, что колеса у машины, кстати, простреливаются. Ну, давайте. Да, действительно. Только у этих машин и простреливаются. Видимо, я не по неправильным колесам каким-то стрелял. В начале прошлой серии, вот на карте какой-то череп появился и что-то указывало куда-то в сторону. Нихера не понял. Что это такое? Что за фотоаппарат, блядь? Блокада какая-то. Экстракшн. О, смотрите. Вон, видели? Это значит, что там, видимо, умер. Умер агент. А это, видимо, кто-то что-то вывозит отсюда. Лут какой-то, наверное. Давайте прямо посмотрим, как это происходит. Нет, 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 нет. Нету дыма, которым вызывает вертолет сигнального. Он просто какая-то борода. Я слышу какие-то вялые-вялые выстрелы, блядь. Но, сука, вот, ну, пусто, блядь, на улицах. Ну, пусто, вот, вообще ничего нету. Ну, охуеть, просто тоска. И я знаю, как это сейчас бывает. Я иду, иду, и сейчас хуяк ваншот, блядь, в голову. Я вполне допускаю, что это возможно. Это зона эвакуации, но чтобы что-то эвакуировать, надо это что-то сюда притащить, я так понимаю. А сейчас здесь нету ни черта. Давайте посмотрим. Вообще пытаюсь понять, хуль тут надо делать вообще. Биг Бен какой-то, блин. Блять. Атмосферно хуль.
Интересно, это? Нахуй там? Непробиваемые тракторные колеса. Чекпоинт. Ага, вот здесь чекпоинт какой впереди обозначен. Вся самая тусовка, походу, прямо и налево. Жалко, что сейчас не ночь. Я не очень люблю утро и дни. Что в жизни, что в играх. Мне это не очень нравится. Ну вот бота, блядь, нашел. Чтобы скрасить, видимо, тоску. Ебаную завезли сюда и бота также. У человека с палочкой не было шанса против человека с автоматом, конечно. Сука, петух. Рот твой, блядь, манал. Вооруженным пулеметом и гранатометом, как я понял. А еще мне показалось, что я снайперку подобрал. Вот видите, орет сигнализация, что... Да, снайперку подобрал, блядь, и нету снайперки, хуен. Хуй вам, не уйдете. Вот, как бы... Странно, да, что снайперку я видел. Может, она там лежит еще? Просто я не верю, что, блядь... Или что, я по левелу до снайперки, наверное, не дорос, да? Экстракшн где-то происходит. Смотрите. Где-то за поворотом, я так понимаю, да? Да я хуй туда успею. О, смотрите. Почему этот чувак был враждебно помечен? Но он и был враждебен. Но у него очень крутая пушка была. Ему что-то было сделать просто невозможно, я думаю, успеть. Вот такие интересные PvP сражения здесь. Встретил кого-то. Бррр. Выпускаешь в него очередь. Даже если ты начал стрелять первым, зарешает все равно, то такого пушка мощнее. Понятно, почему тут всякие днища бегают у ворот. PvE в какую сторону? В эту? PvP вернее, блядь. Нихуя не понял, нет, не в эту. Видимо... Залепи дул свой нахуй. Видимо, тот чувак красный, потому что он занимается киллингом людей. Ну, то есть ПКшник. Дропнутые айтемы. То есть он не может мой лут, да, подобрать. Что это такое? Скиллы. У меня скилл наконец какой-то появился. Стоило один раз сдохнуть или чё? Что это такое? Одно что-то можно выбрать, похую. Возиться в этом говне, блядь, в этих скиллах. Без перевода, нахер надо. Только время тратить. Где этот, блядь, гандон? Заштопанный. Надо было в него, блядь, гранату бросить, наверное. Ну, я вижу, вон, мои шмотки дропнутые. Но как туда, блядь, добежать? Кажется, что-то я не там свернул. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что я надеюсь, вам нравится бегать, если вы хотите играть в эту игру, потому что бегать вам здесь придется просто дохуя. Эта игра, блядь, на 90% состоит из бега. Fast travel здесь есть между чекпоинтами, но по этим улицам, которые один к одному с реальными, видимо, размером, вы заебетесь бегать. Во-первых, это занятие не самое интересное, да, бегать здесь. Во-вторых, бегать вам придется очень. Ты-то откуда взялся, долбоеб? А вон они, смотрите, откуда они лезут. Интересно как. Я бы на месте того чувака сидел бы здесь, караулил и ждал, когда я вернусь за своими манатками. И шотнул меня еще раз. То есть меня ничего не выпало. Наверное, потому что у меня нихуя не было. Чем, блядь, с нищеброда могло выпасть? Очень странно.
Вот какая-то борода. Как собраться в пачку и зачистить что-нибудь? Я тут был, нахуй надо. Ну это надо найти каких-то людей, тут что-то нажать, блять, кинуть приглас. Вот снайперский выстрел раздался. А вот вертик на эвакуацию летит. Сейчас посмотрим, куда он повернет. Там где-то идет ебаническая просто перестрелка, походу. А вот она. Сейчас чуваки охуеют. Когда к ним граната прилетит. Начался шутанчик. Идите в жопу, долбоеба. Да, я был просто захуярен. Ну, видите, да, уровень вооружения мой и вот этих чуваков. То есть, мне тут объективно ловить просто было нехуй. А что еще делать в этой игре, если не пиздиться с другими людьми? Я вообще не понимаю. Идти, блядь, что, квест какие-то выполнять? Нахуй, ну надо. Ну, блядь, перестрелки с этими ботами, это просто не, ну, ебаная унылость, на самом деле. Она в такую тоску вгоняет. А кооперативных миссий на союзное прохождение я просто, блядь, вообще не вижу. То есть... Ну, серьезно, для меня интересен геймплей только такого. Плохиша, блядь, нападать на кого-то, тут что-нибудь делать такое. Лучше в толпу собраться и нападать на кого-нибудь. По одному-то это вообще чушь. Ну вот впереди меня, смотрите, бежит чувак. Мне кажется, у меня есть хороший шанс его заебашить. Куда? Как только он остановится, потому что надо его догнать немножко. Абилити, эквипа, скилл, я уже выбрал скилл себе. Вот видите, на мне марка повесила смерти. Меня пометили как ПКшника. На меня типа охоту объявят сейчас, видимо. Еще 73 выбил. Блять, он просто от меня убежал, нахуй. Вот так вот, когда на вас нападают, блять, просто бегите, нахуй. Вам ничего не успеют сделать, судя по всему. Чувак-то, блядь, 17 уровня был. Прыгал сейчас. Хорошо, что я в него не попал, блядь. Как антуражно все это смотрится, очень, конечно, впечатляюще. Но, блядь. Короче, рулить, походу, будут задроты. У которых хватит терпения на ПВЕ миссии, блять, наделать, набрать шмота. Что-то такое непонятное, короче. Вот, походу, чей-то хабарец. Можно, видимо, залутать сейчас. А, это люди на эвакуацию пришли. Я никого не вижу почему-то. Нет, вижу. Сука, сдохни нахуй. Блять, ну пиздец, почти убил же. Такое, блять, уныние, пиздец. Я ебу, ну просто ты подкрадываешься, выпускаешь очередь нахуй ему в спину, ну... И не успеваешь его убить, что, блять, просто пиздец. Я нахуй не понимаю тогда смысла каких-то, блять, вот этих, типа, показывали в дебютных роликах, какие-то засады можно устраивать. Блять, на кого нахуй? На умственно отсталых, что ли, блять? Потому что любой долбоеб успеет среагировать, если он в голову убивается с миллиона выстрелов. Просто хуйня, блять. А, все, 140 метров, пиздец. О, боже, это такое, нахуй, просто я ебу.
То есть гранату кидаешь, похуй, блядь. Стреляешь, похуй. Сюда мне нельзя, да? Как fast travel работает? Я могу отсюда уйти. Обратно в ПВЕ, блядь, для ебаных днищей. Нет, не могу, да? Нет fast travel. Ты, блядь, похуй. Да. Ну, вы сами видите, короче, обилие возможностей. Я видел, что как-то можно дверью машины оторвать и дверью прикрываться, но я что-то не вижу никакой кнопки. Я подхожу к ней, кнопки не вижу. У чувака, блядь, оптический прицел. Он мог меня заебашить, но не знаю, почему он этого не делает. Чувак, давай дружить, возьми меня в пати. У меня печеньки есть, чувак. Wagon Wheels. Ну, пожалуйста. Ну, возьми меня в пати. Ну, чувак. У меня есть бутылка, блядь, пустая из-под воды. Я тебе с трусами бронированными поделюсь. Он еще кого-то увидел. Че ты, хули ты в меня целишься-то? Смотри, ты 7-го левела, я 7-го левела. Смотри, какая у него пушка охуенная. Дайте ему, что ли, поебалу, блядь, прикладом. А, вот открылось меню. А, я 5-й. А он 7-й. Я по его меркам абсос, наверное. Заебал мне в глаза светить своей указкой, нахрен. Чувак, а куда мы бежим? Нет никакого мы. Ну почему? Любите меня, я хороший. Блядь, отстой какой-то. А вот этого заебашим, чувак, слышишь? Он смотри, с какой волыной бегает. Возможно, что у меня, кстати, тоже кредитов на валендос уже на нормальный хват. Но я заметил, что здесь никто друг в друга не стреляет, по большому счету. Здесь все как-то слишком мирно, аж противно, блядь. То есть нахуй нужна PvP-локация, если никто не воюет. Может, тут просто режим дедматч не уважают. А нападают именно кучами на тех, кто эвакуироваться пытается. Хуй поймешь. Что, как выйти-то отсюда? Что-то здесь чекпоинт, наверное, нарисован. Давай-ка вот мы через ту. А, вот дверь. Ура, я свободен. Ну, блять, я пытался заебашить нескольких людей, но увидите, да, что из этого получается? Ничего. Супер шотган. Где мое бабло? У меня сколько вообще? А, у меня 18, ну охуенно. То есть я не знаю, каким надо... А я и квесты уже делал, как бы два, да? Причем один довольно большой. Я не знаю, каким надо быть задротом, чтобы покупать. Чтобы у вас... Наверное, донатить надо. Микротранзакции, наверное, здесь нужны. Видимо, игра разводит чисто именно на это. Телефонная запись. Ну что это за хуйня, вот телефонная запись? Нахер мне телефонная запись нужна? Да. С другой стороны, они могли бы сделать ущерб от оружия нормальный. То есть выстрел в голову это выстрел в голову. Они могли бы дать убивать мирных жителей и за это объявлять людей в розыск, да, чтобы их на мирные локации искали и отстреливали. Но они этого не дают делать почему-то. Вот хочешь сражаться, иди ищи тех, кто, блядь, лут пытается на вертолете увезти. Попасть в какую-то пачку, если вы играете не с друзьями, по-моему, просто нереально. Вас никто не возьмет. Тем более здесь на близком расстоянии включается голосовой чат, но тут играют одни англичане, грубо говоря. То есть, если вы не дуете в Speak English, вам тут нехуй ловить на данный момент. Ну, блядь, какая-то все. Вот будет Тарков, чисто СНГ, бля, хуйня. Все будут друг друга понимать, это отлично, вообще прекрасно. Америкосов, скорее всего, мало будет. Вот. А Division? Ну, вы будете, блядь, полгода здесь бегать, чтобы другого россиянина какого-то найти. Вот какого хуя он взрывается, я вообще не понимаю. Перк на особо яростное убийство из Fallout, наверное. Активируется.
Короче, Ubisoft для нас не европейцев слит. Надеюсь, америкосам отомстим в Таркове. О, нихуя себе. Это я каких-то вообще чуваков брутальных нашел. Может, огнемет можно будет залутать? Это вот то, что было в заставке. Че, у меня гранат больше нет? В заставке, помните, огнеметчик с КамАЗом? Я еще туда наложил американскую музыку. Ой, немецкую. Deutsche Soldaten, Unteroffizieren. А вот лут какой-то выпал, смотрите. Ну, кобура какая-то ебливая. Я так понимаю, что пушки в луте бывают очень редко. Какие-нибудь трусы, перчатки, блять, кобуры, это да. Может, тут развитая торговля, все это продать можно? Сомневаюсь, конечно. Ну и вот что я подобрал из рюкзака? Хуйню какую-то. Hostage key. Ключ заложников. Где они орали-то, заложники? Вот там что ли? Ну это вообще поступок, блядь. Плюс миллион в карму. Огнеметчики взяли в плен бомжа, блядь. Зачем? Шестой левел. Right. Нахуй мне шестой левел. Дайте денег лучше, блядь, на оружие нормально. Чё я как абсос-то? Чё это такое? То есть... Вот это, наверное, квест, да, энкаунтер? Блять, как переключиться-то на что-нибудь другое? Ёбаный, сука, карта, блять, говна кусок, нахуй. Вот, конец. Вот теперь она ведет меня, видимо, к очередному нереально, блять, интересному квесту. То есть, блять, ну такая вообще интересная ситуация в этой игре, что с мобами сражаться неинтересно, блять, а с людьми невозможно. Да-да, очередная, блядь, говёная вот перестрелка, которую я уже в прошлом видео где-то, блядь, снимал. Мы снова здесь. Машины не взрываются, блядь, что мне интересно. Гранату даже кидаешь, вроде тачка должна сдетонировать и красочно взорваться. Но сервак бы этого просто не вынес на другательство, поэтому... Минута, сука, 36 секунд дрочева, блядь. Отборного. И вообще делать нехуй. Он что-то выбил, вроде прикольно. Но я сильно сомневаюсь, что это классная пушка с оптикой. Я думаю, что это опять какая-нибудь маска, перчатка, блядь, какое-нибудь говно. Ну, на коленнике, как я понимаю. Говно, блядь, собачье, а? Быстро перезаряжающийся магазин. Хуян. Чё вот, блядь, здесь произошло-то сейчас у меня? Я не понял вообще. Видите, как охуенно играть? Это как в Армат в ПВЕ, блядь, ебашишься. С батарями, блядь, беспонтовыми. Вот мне интересно, блядь.
Не появилась ли тут снайперка? Кстати, рейтинг у вот этой пушечки-то получше. Ой, кстати, сам не заметил, как получилось переключить ее. Я так понимаю, что это зона бесконечного фарма, блядь. Потому что они появляются и появляются, и появляются, и появляются. Снова и снова просто они здесь спавнятся. В одних и тех же количествах. Это как бы туда-сюда я и шел, да, я так понимаю, да? Это была, блядь, мини-миссия какая-то. Вот еще какой-то говно энкаунтер. Пойдем глянем, чего там, блядь, обалденно интересного. Я понимаю, что это бета, я просто не понимаю. Один из подписчиков толковый вариант выдвинул. То есть Ubisoft, типа, под видом беты задвинула игрульку, чтобы собрать с игроков мнение, как им вот эта вот хуйня. И что они готовятся к переносу релиза, потому что они поняли, что, типа, то, что сейчас получилось, это какая-то, это какое-то днище. Рукопашная эта атака, блядь, наносит-то больше, чем выстрелы, блядь. Скорострельность медленнее. Но альфа, да, альфа страйк больше. Че, я здесь пройду куда-нибудь? Нет, они просто тут тусовались, походу. Ой, я пришел, всех убил. Блять, я зеваю, пиздец, от этой игры. От Tomb Raider не зеваю, блять, а от Division просто в ахуе. Кто-то говорит, видимо, ММО не мое. Да уж, видимо, блядь, не мое, хули. Нахуй нужны игры, где ничего не происходит. Я лучше в Rainbow Six зайду, там и то хоть все свелось к стадии перестрелки, блядь. А здесь какая-то еще беготня. То есть попробуй до интересной перестрелки еще добеги. Просто ебнуться можно. Блядь, вообще пиздец. Ну, блять, опять боты, короче. Чё, пацаны, в Payday, блять, айфоны воруете? Division на обложке смартфонов. Обыскать что-нибудь можно, что-нибудь залутать-то хоть? Ничего нет. На карте есть какая-то хуйня? И что? Плюс один электроника какая-то. Еще одна электроника. Я не знаю, что это апа, что это апгрейдит электроника. Наверное, какие-нибудь очки ночного видения. Может, прицелы лазерные создавать, наверное, для этого. Ну и, короче, больше тут нет нихуя, да? А, поговорить надо. Если бы не ты, мы бы были мертвы, сказали 3-4 вооруженных нигера, блядь. Я, блядь, пожалуй, охуею и пойду врагам навстречу. Я не вижу смысла в этой игре стрелять по ботам как-то позиционно. В этом вообще нет необходимости. Сложность здесь не выбрать, да, потому что это ММОшка. Ну просто, блядь, лезешь на ботов и ебашь. Чувак с палкой, говорит, так громко орет, как будто пиздец. Он там с дрыном сатаны бежит, блядь. У него были бы шансы подкрасться сзади, дать мне по башке, но он предпочитает, блядь, громко-громко орать. Ну, то есть я должен их дефить, короче, помогать им. Он неплохо выскочил, только стрелял, походу, с закрытыми глазами. Хуев от страха.
Ну, это что это? А, то есть все? Все? Мы закончили? Отлично. Где еще походить? Хуев попинать можно. Вот еще энкаунтер. Но это опять, блядь, такая же залупа. А цвет значков, я так понимаю, на карте отображает сложность. Скорее всего, зеленый легкий, блядь, красный сложный. Желтый, типа, нейтральный. Ну, или другой вариант. Зеленый дорога открыта, блядь. Желтый, внимание, красный, стой. О, стопырик, что это такое? XP за то, что я нашел какую-то хуидристику. Вообще великолепно. Ой, блядь. Да, ребята, я просто... Я не знаю, ну, сука. Наверное, я слишком стар для этого дерьма и не способен вкусить всех прелестей этой мошки. Охуеть от количества ее пиздатых сторон, которые у нее просто нет. На мой взгляд, я вообще не вижу ни одного плюса этой игры, кроме, да, атмосфера, графика. А зомби попозже завезут, наверное, да? Чтобы, блядь, хоть какая-то веселуха была. Серьезно, я лучше буду играть Left 4 Dead, которому уже, блядь, 10 лет, наверное, скоро исполнится. Вот у меня там 2000 часов вроде наиграно. В Стиме можно посмотреть. Вот я буду лучше еще играть в Left-ку, блядь, еще 10 часов лучше в Left-ку наиграю. Чем в шутер, где ничего не происходит. В ММО шутер, хорошо. Наверное, принципиально какая-то неебаться разница. Опять я спас бомжа, который не знал, как дверь открывается. Или стеснялся выломать ее с ноги, вышатать. Да. А, опять кобура. Ну, это охуенно интересно, конечно. Лут от бога просто. Блядь, даже если это была лучшая в мире, лучшая в игре кобура, блядь, счастье на моем лице, вы бы нахуй не увидели, потому что... Ой, блядь, это просто вообще... То есть мне что, тут отсосать надо, чтобы мне пушку нормальную дали, я не понимаю, блядь. Так давайте, кому в игре мне не жалко? Блядь. Изяякама, блядь, сгори в аду, нахуй. Ой, реально, у нее штаны загорелись. Наверное, на шептуна пускала, стояла, а тут я с своим огнем. Сейчас посмотрим миссию под названием Эхо. Наверняка это еще одна перестрелка, блядь, Галима. Мне кажется, тут все миссии связаны с перестрелками, с Галимами. Других они не придумали. Кто-то в комментах классно написал, говорит, наверное, тут такие же тупорылые миссии, как убить 10 собак. Вот я там сказали, нет, тут не такие тупорылые миссии, но я пока вижу только тупорылые миссии. А, вот эта хуйня. Это последний, хорошо. А кто это их расстреливает? Офицер Джошуа Брайан. Они не успели, а все спиздили. Охуенно интересно, блядь. Это было просто супер. Че еще тут есть охуенного? Я ничего больше нет. Все, бегай хуепиной. Отлично. Ну что ж. В этом видео мы имели удовольствие, вообще безумное удовольствие, настоящий кайф поучаствовать в PvP-перестрелках. Да, я днище никого не смог убить, но я хочу заметить, что там в принципе... Он по-русски сказал что-то? Держи себя в руках. Я хочу заметить, что в принципе там никто никого не валил и галтел, а никто друг друга не убивал. То есть что это, блядь, за ММО такая, где в PvP-локации убивать друг друга не принято? Ну вот меня один раз убили первым, и все. Потом только я быковал. И это пиздец, как скучно нахер. Короче, я не знаю.
Я думаю, что с бета-версией игры мы попрощаемся, потому что у меня на диске, на котором стоят игры, и там же лежат программы и скачанные фильмы, и музыка, очень мало места. Постоянно приходится что-то стирать. Я пока не удаляю ебаный Fallout 4, жду каких-нибудь DLC-шки. Вот. Пенсильвания Плаза, охуенное название. Вот, но поэтому Division придется сейчас мне снести, походу. И я, возможно, возьму у кого-нибудь аккаунт поиграть в релизную версию, посмотреть, что изменилось, стала ли она веселее, но пока я даже, блядь, людям, которые мне очень не нравятся, я бы им не посоветовал покупать эту игру, потому что, ну вот, в таком виде, какая она сейчас... Вот в том виде, какая она сейчас. О, наконец-то я нашел ствол какой-то охуенный. Давайте-ка посмотрим, что за пушка пришла ко мне, бля, в руки. Милитари П-416, у которой, блядь, дамага нахуй меньше, чем у моей любой другой пушки. Визуализировать можно, можно что-то прокачать. Вот она, прокачка пушек, да, если вы что-то нашли такое. Ну, визуально нихуя не поменялось, да, я ручку прикрутил, а ручка не появилась. Это круто вообще. Ну, понятно, что за ствол, то есть у него мало дамага, скорострельность на уровне в моей винтовочке. Так, а если я винтовочку всю поставлю, давайте посмотрим, насколько быстрее она стала с рожком перезаряжаться. Ну, на секундочку, может, быстрее стала, но не так, что супер ощутимо, конечно. Что тут делать, я вообще не понял вот сейчас. Типа, я посмотрел эти воспоминания, и дальше что? Вообще непонятно, что это за хуйня. Может быть, когда русский язык завезут, что-то станет понятней. Ну вот, может быть, когда русский язык завезут, все станет понятней, интересней. Может, когда в релиз игра выйдет, тут будет во что поиграть. Но пока что это просто какая-то демка. Просто это не бетка, блядь, это демка. Где ты бегаешь нахуй, просто ебалом щелкаешь, ничего не происходит. Вот, можешь найти другого дурачка, который тут, блядь, бегает, тоже охуевает от того, что ничего не происходит. Постреляться с ним полчаса, поперестреливаться. У кого из вас будет круче пушка, тот и победит. Как, от какого-то скилла, походу, здесь вообще ничего не зависит в перестрелке. Ну а что ты, блядь, со своим скиллом сделаешь, если... Да, ты можешь стрелять в голову, как ссаный снайпер, но если он задрот и пушка у него круче, то ты не сделаешь ему ровным счетом нихуя, потому что здесь... Все упирается в цифры дамага. У кого круче шмот, у кого круче ствол, тот в PvP и нагнет. Вот и все. Вот вам, ребята, и Division. Мой вердикт, что это не очень интересная игра, мягко скажем. Как ММО, как не ММО. Это не ММО, это чмо настоящее. Просто я надеюсь, что Тарков... ключи от которого с гарантированный доступ на альфу покупают уже по 5 косарей некоторые люди, а у Таркова цены какие-то безумные, блядь, аппетиты. Но 5000, блядь, игра стоит, это нахуй рекорд, просто, по-моему, блядь, какой-то своеобразный. Вот, а еще вообще геймплея никто не видел, только ролик, где там ходишь, все похоже на сталкера, все слизано, да, как армата на World of Tanks похоже, так Тарков похож на сталкера, на мой взгляд. Вот, но люди уже это увидели, охуели и, видимо, скупают ключи по 5000, блядь. У меня уже есть один друг, нахрен, который говорит, все, я покупаю за 5000 Тарков, а он тогда еще безработный был, блядь, и денег не было. И уже у него была мысль, что с первого бабла он купит ключ от Таркова, ну, пиздец. Вот, я надеюсь, что Тарков, он будет интереснее, чем вот эта вот хуйдристика, да, сколько бы она там ни стоила. Говорят, что после релиза игра не будет стоить 3 косарей, будет стоить... 2 косаря или 1,5 даже. Да я бы за нее даже 300 рублей не отдал, потому что, ну, это ёбнуться как скучно. Я просто не вижу смысла тратить свое время на эту игру.
Атмосферно, да, отлично, блять, охуенно атмосферно, но геймплей это завезли бы хоть немножко, хоть пару граммов, кроме как тупорылое ПВЕ, блять. Ну а ПВП у меня вообще просто, я не знаю, у меня не возникает желания бегать там и ПВП с кем-либо. То есть, если в Дейзи был, да, я уже да что Дейз не люблю, потому что все монотонно. Но там был хоть азарт какой-то, кого-нибудь подкараулить и ёбнуть. Здесь этого азарта вообще нету. То есть ПВП абсолютно не азартное, оно не вызывает во мне никакого, никаких драйвовых мыслей, никаких таких, блядь, типа, о, ПВП, ПВП, убить, убить, там, защититься, там, что-нибудь такое. Вот я прошел канализацию. Встретил ли я кого-то в канализации? Нет, никого не встретил, ничего там не было. В общем, ПВП унылая, ПВЕ унылая в квадрате унылость. Короче, пиздец, я не знаю. Будем надеяться, что Ubisoft что-нибудь родит в релизной версии, но если игра останется такой, как она сейчас, я не знаю. Да, вы можете думать, что я нихуя в играх не разбираюсь, но я ее буду хейтить, блять, пока на говно не зайдусь, потому что по мне так эта игра, ну просто вообще пиздец какой-то. Я много говорил когда-то, что картошка неинтересна, что там кнопки в бой нихуя нету. Ангар, кнопка в бой, блядь, и куча раков. Но это и то лучше, чем праздная беготня по улицам. Лучше бы здесь тоже был ангар, кнопка в бой и ПВП. То, что праздно бегать по улицам, которые красиво, атмосферно, да, все прекрасно, но ничего не происходит. Ничего интересного здесь нету. Абсолютно. Это, блядь, просто днище. Да, не, вот это вот уж интереснее, блядь, ангар с кнопкой в бой, чем просто вот эта беготня бесконечная, беспонтовая. И охуеть, какая унылая. Все, в общем, короче. Пишите, жмите, как вам ПВП. Адьё.